Болгарам стало сложнее выходить на пенсию. У большинства из ушедших в этом году на трудовой покой не хватает рабочего стажа. В стране периодически проводятся пенсионные реформы, которые, как правило, повышают возраст ухода на заслуженный отдых. Недавние поправки коснулись как раз рабочего стажа. В самой Болгарии к постоянным правкам относятся критически, считая, что пенсионная реформа не отвечает интересам самих тружеников. Наталья Абильдина разбиралась в нюансах. Еще недавно Болгарию называли раем для пенсионеров. Доступное загородное жилье, умеренный климат и размеренная социальная жизнь способствовали достойной встрече старости. Приемлемой считалась и пенсия. Минимальный размер 130 евро плюс социальное пособие 70 евро. Однако, как выяснилось, добраться до этих возрастных бонусов удается не всем. Чтобы получать трудовую пенсию в Болгарии, женщины должны отработать не менее 35 лет, мужчины 38. С этого года в Болгарии изменились возрастные рамки выхода на пенсию. Для женщин это 61 год, а для мужчин 64. Однако это лишь начало большой реформы, которая по замыслу правительства должна закончиться в 2037 году. К этому времени уходить на заслуженный отдых и мужчины, и женщины будут в одни лета – 65 лет. Все реформы всегда шли в ущерб болгарскому пенсионеру и проводились из-за отсутствия денег. Все эти накопления, которые поступают в пенсионный фонд, являются самым простым и доступным финансовым капиталом, который болгарский парламент в момент отсутствия денег может направить на решение затянувшегося экономического кризиса. По сути, идет узаконенный грабеж пенсионного фонда. Первый раз такое было в 1997 году, потом в 2005 и 2006 годах. Сейчас новая серия. Социологи считают, что о перманентных проблемах в пенсионной системе говорит и статистика последних лет. Как показал опрос, начиная с 2016 года, меньше половины всех пенсионеров ушли на покой по выслуге лет или страховому стажу. Большинство же отправились на отдых из-за проблем со здоровьем или инвалидностью. Национальный институт страхования и вовсе накануне заявил, что несмотря на установленные правила, в среднем болгары уходят на пенсию не раньше 66 лет, так как не имеют до этого возраста необходимого для выплат денежного пособия трудового стажа. До сих пор ни одно болгарское правительство не создало четких и точных правил и отлаженной пенсионной системы. В ближайшие 10 лет на пенсию выйдет очень много людей, и неизвестно, хватит ли бюджета или так называемого фонда Национального института социального обеспечения. Существует ли этот фонд и не используется ли он Министерством финансов для различных финансовых операций? На данный момент правда заключается в том, что пенсионная система в Болгарии – это задача с многими неизвестными. В правительстве же подчеркнули, что в последние годы растет число городов с максимальным уровнем пенсии, а значит растет и благосостояние отдыхающих тружеников. Как пример приводятся главные болгарские мегаполисы София, Пловдив и Бургас, где местные старики в среднем получают около 230 евро. В то же время сразу в нескольких городах пенсионеры получают минимальную ставку – 158 евро. Однако, по словам пока еще так и не состоявшихся пенсионеров, они будут рады даже таким выплатам. Главное, чтобы они смогли дожить до выхода на трудовой покой. До новых реформ. Наталья Абильдина, Дмитрий Лукша и Борис Димитров, Хабар 24, Болгария.